60 минут она пишет, через 1,3 километра куда-то повернуть. Она еще около Чехова писала час ехать. Что девушка путается в показаниях. Завела гадина, черти куда вообще? По-моему, ездили по этой дороге. По этой мы не ездили. Мы ездили там еще. Там совсем дороги не было. Вот здесь интернет есть. Дальше будет берег Нары. Продажа земельных участков. Как же сюда доезжать-то? На эти участки. На танке. 15:29 в Москве. Наверняка кому-то уже пришли квитанции с налогами на имущество. Начисляют. Может, мы вообще в другой район наехали? Нарт это из Серпухи вообще течет. Да. Поэтому Конституционный суд решил проверить, чем руководствуются местные чиновники при расчете налогов. А поводом стала жалоба в суд от жительницы Алтайского края. Женщина купила дом за 3 миллиона рублей, а через 3 года ей пришло налоговое уведомление на 50 тысяч. Сама собственница посчитала, в Москве за тот же период ей бы начислили всего 3000 рублей. Выяснилось, что Алтайский край до сих пор рассчитывает налог, исходя из инвентаризационной стоимости. Ставки 2%, тогда как большинство субъектов применяют кадастровые. Ну а там базовая ставка намного меньше, 0,1%. Почему некоторые регионы до сих пор не перешли на кадастровую стоимость, мы спросили эксперта в сфере недвижимости Елену Важову. Конечно, налоговая служба считает, что здесь все соблюдено, потому что налоговым кодексом такая возможность предусмотрена до 1 января 2020 года. Кроме того, предусмотрен переходный период. Домики. Получается, что простые граждане. Да, и машина даже навстречу едет. Естественно, эти налоги, да ладно, местные бюджеты, это выгодно местным властям. С моей точки зрения, если складывается такая ситуация, то, конечно, нарушается принцип равенства перед законом. Даже три машины едут. Позиция Конституционного суда. Четыре. Целая куча машин. Стали оспаривать кадастровую стоимость имущества. Самый эффективный способ добиться справедливости – это объединиться с соседями своими. Много машин. Владельцами соседних земельных участков. Массовые иски повышают вероятность выиграть дело. Сейчас суды в большинстве случаев встают на сторону жителей. Одни мы только в эту сторону едем. Рассказывает руководитель экспертного центра «Общественная дума» Роман Терехин. Они то вон на каких машинках, на вездеходиках. Так он последний отстал. Явно не вездеходик. Лучше ехать-то. Стоимости растет действительно каждый год, начиная с 2015-го. И это все позаконно. Ну, например, еще в прошлом году я получила налог 3700 рублей за двухкомнатную квартиру в Москве. Но уже в этом году эта сумма выросла до 4200.